Всем привет, это у нас 17 бабок. Давайте сегодня поиграем с Аутвитом. Он наконец-таки выпустил мод на самую последнюю версию бабки. По стандарту будем играть на открытом дворике. Там, потому что раздолье для баловства. Я выбрал режим изи, чтобы бабка была максимально тупой. И минимально мне мешалось. Так. Год моды. В принципе, можно пока врубить. Что у нас там еще есть? Давайте смотреть. Таймскейл. Кстати, давайте постоянно проверять, насколько все плохо. А, видите, рывками. Я все еще не понимаю, как 0 The Rap мог делать плавно. Видите, у Аутвита все рывками. Хорошо, делаем тогда единицу по стандарту. Gravity, Movie Speed, Jump, Height. Так, понятно, Player Size, Granny Clone. Границай спайдер. Так, это все мы видели 100 раз. Гиф шотган. Так. То есть я прямо разряженным могу стрелять. О, такое ощущение, что две бабки было. Хорошо. Килл Гренни. Так, еще одна упала. Джамп. Ничего себе, какой страшный прыжок. Объектов ноун. Так, а если мы выберем бабку? Объект такой-то. Кстати, давайте попробуем удалить у бабки биту. Помните, я выбирал объект. Destroy. Если биту мы удаляем, исчезнет ли бабка? Потому что в предыдущей версии этого дополнения бабка не исчезала. Так, и мы сейчас еще попробуем удалить биту у ледяной бабки. Похоже, эта бабка не собирается исчезать. Но надеюсь, основная бабка появится. Так, смотрим далее. Destroy объект, клон, next page. Телепорт объект to me. Так, понятно. Спайдер мод. Давайте посмотрим. Мы паук. Мы бабка. Перевернутый дурацкий мир. Призи Грэнни. Охладить Грэнни. NPC меню. Это что? Спавн Балди. Это как? Как ты это смог сделать? Как так? Как так? Смотрите. Это просто жесть. Балди? Это вообще же невозможно. Как он сделал новую модельку в игре? Это фантастика. Смотрите. У нас есть Балди. Так, а что будет, если мы достанем шотган? И по Балди? Только отлетает. Да, ну это вообще невероятно. У нас есть живой Балди в бабке. Так. Next page. Так, Гренни меню, понятно. Ой. Гренни Вижн включаем. Я не хочу быть Гренни. Так, как назад-то? Смотрите. А, все, отключаем. Все, я не Гренни. Давайте дальше. Next page. Так, меню Color. Настройки уже менюшки. NPC меню. Spawn Bendy. Смотрите. Бенди чернильная машина. Это жесть. Аутвит улучшает свои навыки в создании дополнений. У нас Бенди добавился. Это прикол. Так, смотрите, получается, бабки больше в игре нет, что ли? Ведь уже 2 минуты прошло. Так, интересно. А, нет, бабка ходит. Ура. Все. Как так? У нас есть Балди в игре. Он веселый. Так, давайте ставить Фризи капкан, если у нас он есть. О, Фризи трэп. Ура. Где он? О, кстати, уже активированный. А можно ли Балди заморозить? Давайте прямо перед его головой положим. Вот сюда. Так, Балди головой сбил, но не замерз. А, смотрите. Балди активировать не может. Как на кроватке лежит. Так, мы сейчас удалим у бабки какую-нибудь часть. У ледяной бабки. Так, давай замерзай. Так, это печально. Ладно, давайте удалим у нее биту. Объект.
Bad call. Так, destroy. Что? Что сейчас было? Вы поняли? Destroy. Удалил. Все. У нее нет руки. Сейчас будем ждать. И какая будет у нас бабка? Появится ли она вообще? И исчезнет ли у нас лед? Так, лед исчез. Так, давайте я Балди создам. Интересно, где он появляется? Перед моим курсором или нет? Давайте проверим. Прикол. Я Балди закинул в колодец. Да, превьюшка была бы мега уровня. Да никто бы не поверил, что такое возможно. Так, ну-ка, где наш шотган? Это фантастика. Бам! Так, а Unlimited Ammo можно? Unlimited Ammo, все. У нас теперь бесконечные заряды. Я хочу добиться, чтобы Балди свалился куда-нибудь. Почему он не попадает в пропавшие вещи? Видите, он не попадает. Так, если мы Бенди закинем. Next, ищем NPC меню и спавн Бенди. О, Бенди, молодец, появился такой. Прям в колодце. Бабка появилась. Смотрите, бабка все-таки появилась. Даже при том, что я удалил ее ледяную часть. Так, хорошо. Давайте проверим, что такое Фризи Гренни. Неужто эта Гренни замерзнет? А, точно. Мы прям это видели, без капкана. Очень-таки классно. И бабка не раскололась. Смотрите, у нас ледяная бабка лежит рядом с неледяной. Так. Ой, расколол. Хорошо. Что мы еще с вами протестируем? Давайте смотреть далее. Кстати, пати мод. Включим-ка мы. Пати мод. Ох ты, как страшно. Кстати, давайте проверим, работает ли баг с пати модом. Если я вылезу и залезу, у нас остановится ли небо? Или нет? Красное, смотрите. Остановилось. Небо умеет останавливаться. Это очень классно. Так, еще раз. Можно ли получить белое небо? То как так-то? Все красное. Пати мод снова скидываем. Все, видите, надо постоянно скидывать. И какой нам выпадет? Черное. Видите, пати мод-то включен. Так, я хочу добиться белого неба, как у меня раньше было. Так, выкидываем дробовик. Он мешается. О, белое небо сразу же. Вот вам и прикол. У нас теперь в игре белое небо. Так что знаете, как сделать белое небо без моего дополнения. Кстати, сейчас достану крутилку от колодца. И мы попробуем Балди достать. Сейчас будем тестировать, что получится, если мы будем доставать ведро. Так, смотрите, Балди хочет взлететь. Все, не взлетай. И поднимет ли его ведро? Так, так, так. Сквозь него прошло. Ему совершенно без разницы. Это жестко. Давайте попробуем бабку заморозить и удалить ее полностью. Все, я готовлю меню. Объект готов. Сейчас смотрите. Только не разбивайся, объект. Гренни Фризи. Дестрой. Ух ты. Вот это уже классно. Так, а если я капкан возьму? Ой, все. У нас гейзер потух. Кстати, интересный момент. Видели? На крыльце колодца лежал. А если я замерзну? Не задеваю. Кстати, эти игрушки брать нельзя. А вот Вит мог сделать так, чтобы мы могли Балди брать в руки и кидать его, допустим. Видите, эта бабка так и лежит. Так, а что если я выделю капкан? Можно ли его удалить? Все, реально удалил. А если встану на это место? Все. Ничего нет. Да, класс. Что у нас еще есть, интересно? Спайдер-клоны. Ёкарный бабай.
Ты что так пугаешь-то? Видели, спайдер был. Дестрой, все. Спайдера нет. Я его просто удалил. Так, а можно Балди удалить тоже? Как он отметится? Балди клоун. Удалил. Yes. То есть он тоже имеет название своей модели. Так, а кстати, а если я зайду в дом и с помощью ноклипа вылечу? У нас же цикады петь не должны. Используйте этот лайфхак. А звук? Класс, без цикад. Почему я раньше так не делал? Просто идеально, смотрите. Полная тишина, просто комфорт. Только комфорт и все. И здесь спокойненько можем все проверять, что хотим. Kill Gray, непонятно, джамп. Так, а Kill Gray не прям при мне? А почему, кстати, при мне-то? Почему именно при мне? То есть она погибает в том месте, где первый раз погибла. Вот почему так? То есть можно их просто сделать 1000 штук. И давайте сделаем ноклип тогда. Пусть они все полетят. Это просто что-то. Так, у меня же есть шотган бесконечный. Так. Кстати, они потихонечку исчезают. Так. Отталкиваю. Они потихоньку начинают исчезать, как медузы. Так, эта бабка не исчезает. Хорошо, мы ей тогда поможем. Объект. Дестрой. Все. Бабки нет. О. Теперь бабка другая осталась. Объект. А, эта бабка, считаете, не существует, видите? Это типа просто пустышка. Да, ее нет. Все, она, похоже, навсегда останется. Хорошо. Теперь мы спускаемся. И этой бабки вроде как теперь нет, да. Так, как она реагирует на капкан? Вот такая. Так. Что скажете? А почему капкан вечно парит? Что с ним не так? Это, скорее всего, потому что у меня год мода стоит, да? Логично. Вот я и замерз. А если год мода включу? Все, не выключается. А, так все, конец мне. Вечная заморозка будет. Я полетел. Это жесть. Была вечная заморозка. Вот тогда. Вот это мы с вами знатно побаловались. Так, отбегаем. Все, звука нет. Полная тишина. Он теперь будет вечно парить. Давайте дальше посмотрим, что есть. А, нет, телепорт объект to me. Я что-то телепортировал к себе. А, то есть я телепортировал открытый дворик, видимо. Так, а можно удалить? Дестрой объект. Все, мы свалились. Мы свалились, и у нас предметы вечно падают. Класс, я удалил открытый дворик. Вот вам и прикол. Теперь доски будут вечно падать. Это просто чудеса. И капкан вечно парит. Полный психоз происходит. Где бабка? Так. Мы прилетели к ворону. Мы его сейчас удалим. Объект. Кроубар. Так, дестрой. Кроубар. Сейчас ему насыплем еды. Что получится? Насыпаем. Никто не летит, понятно что. Все, никого нет в игре. Ну и давайте напоследок тогда оставим Балди в каждом месте конечной сцены. Давайте next page. И попробуем добиться конечной сцены. Сейчас, смотрите, прикол. Так, Балди, извини. Я тебя оставил здесь. Еще одного Балди сюда. Так, он поставился. Класс. А если я его поставлю вот так... Его бабка вообще может сбить, интересно, или нет? Балди тонет в крови. Смотрите, все, утонул. Он сюда свалился. Так, ставим одного Балди прямо в гараже, потому что конечная сцена может быть в гараже.
Поставил. Одного балди мы ставим прямо перед машиной. Сейчас на ножки упадет. И полетели к гильотине, которой нет. Во, класс. Все, отключаю год моды и попадаюсь бабке. Все, и будем ждать конечную сцену. Где бы мы ни оказались, там везде должны быть балди. Так, бабка, вот теперь тебя надо найти. Как-то. Все, попался. Все, мы летим, летим такие. И ждем конечную сцену, что же будет. Ох ты, с машиной. Здесь куча балди. Балди, привет. Смотрите, она сейчас будет жертвовать балди. Фантастика, смотрите, балди даже закрывает руками. Он спасает меня. Это полная жесть. Один балди уже валяется. Нет. Она его прям вбила в стену. А один, кстати, балди, пересмотрите. Мне машет рукой прямо из потолка. Вот такой у нас получился крутой и веселый ролик. А вот Виту большое спасибо за разработку дополнения. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.